Об этих и других событиях прямо сейчас. Осенью прошлого года вдоль улицы Лермонтова проводился первый этап работ по реконструкции ветхих теплосетей. Согласно техническим условиям, Министерством обороны был заменен участок теплотрассы. Работы прошли по плану и закончены в срок. Вся территория после ремонтных работ была благоустроена, засажена газонной травой, а вдоль дороги появились красавицы-сосны. Сегодня стартовал второй этап реконструкции за перекрестком улицы Ленина. Движение ограничено. Разрешение на проведение работ выдано до 15 мая, но тепловики планируют закончить раньше. На данный момент, согласно выданным техническим условиям, работы ведутся от улицы Ленина по улице Азовской до ЦТП 22-го. Работы будут закончены приблизительно с 15 по 1 мая. Мы планируем 1 мая уже закончить и благоустроиться. Здесь ведутся работы с применением новейших технологий, то есть это трубы в ППУ, скорлупа. Старые трубопроводы будут заменены на новые, более технологичные и с минимальным количеством тепловых потерь. Они отвечают всем современным стандартам. Новые трубы прослужат курорту не одно десятилетие, поскольку их срок службы в 3 раза больше, чем те, что были уложены еще при Советском Союзе. А значит, в ближайшие 30-40 лет вскрывать дорогу не придется. Результатом станет экономия тепловой энергии. В перспективе у тепловиков стоит важная цель – провести модернизацию оборудования, чтобы улучшить снабжение жителей Анапы теплом. Всего будет заменено порядка 2 километров теплотрассы.